В Екатеринбург прибыл поезд Победы. Передвижной музей представляет собой настоящую капсулу времени, благодаря которой каждый может ощутить эпоху Великой Отечественной войны. Для посетителей подготовили 50 видеопроекторов и 18 видеостен. Это, по словам организаторов, позволит как можно точно погрузиться в исторические события тех лет. Выставка «Поезд Победы» – это первая уникальная в мире инсталляция, размещенная в вагонах. Поезде. На протяжении всего состава, это 10 вагонов, мы можем узнать различные эпохи, различные эпизоды Великой Отечественной войны и тот героический подвиг наших соотечественников, советского народа для победы в этой войне. Инициатива реализуется при поддержке Министерства просвещения России в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В честь Года памяти и славы был запущен данный проект, к созданию которого привлекли экспертов для разработки содержания экспозиции. Внутри для посетителей подготовили 155 полноразмерных скульптур, воссоздающих исторические события, и свыше 4000 экспонатов. Маршрут экспозиции знакомит с мирной жизнью накануне войны, ведет сквозь тяжелые дни боев и завершается праздником Победы. В этом путешествии посетителям помогает аудиогид Лида, молодая машинистка поезда, чья история началась в 1941 году. Она делится воспоминаниями о военном времени и своей судьбе. Уникальный состав будет гостить в Екатеринбурге до 28 августа. Он же не первый год идет и возник тогда, когда праздновался, был юбилейный год, связанный с Днем Победы. И вот ежегодно мы эти поезда принимаем. Они пользуются успехом, безусловно, тем более, что все-таки еще идут формально каникулы, последние недели каникул. Мы считаем, что это достаточно эффективный способ, ну, реальной такой воспитательной работы.